Сегодня день всех влюбленных. До сих пор много споров о том, наш этот праздник или не наш. Стоит его отмечать или не стоит. Мы решили узнать об этом у надымчан. И вопрос недели. Как вы будете отмечать День Святого Валентина? На работе завтра. Работаю 12 часов. А вечером? Ну, дети, наверное, у меня день рождения завтра. Дети, наверное, день рождения устроят. Нет, мы не отвечаем, мы на работе будем. Ой, я уже не встречаю. Ну что, уже все, жизнь прожили, хватит, встречали в свое время. Не знаю, я на трассе буду отмечать праздник. У меня на трассе. С детьми встречаемся, празднуем. С женой и с внуками. Вот весь... И дочку, наверное, попозже поздравлю с Днем Святого Валентина. Потому что я ее, люблю, я ее очень люблю, но ей вот-вот второго принесет мне внука.